Мисс Бикини Мира стала наша Дарья Хохлова. Даше 19 лет. Она из города Пермь. Для Дарьи это был первый международный конкурс красоты. Она даже бикини специально не покупала. Выбрала тот же купальник, в котором загорала летом в отпуске. Мисс Бикини Мира учится в Пермском музыкальном колледже и работает моделью. А для кого еще бикини – рабочая одежда? Самой высокооплачиваемой моделью в соцсетях стала 29-летняя Кэндис Свейнпул. За один рекламный пост Кэндис зарабатывает 70 тысяч долларов. Сейчас Кэндис ждет второго ребенка. Это не мешает карьере. Но на обработанных снимках в соцсетях мы все идеальны. 36-летняя Алессандра Амбросио всю зиму выкладывает фотографии в бикини. Но на снимках папарацци фигура модели выглядит по-другому. Виктория Бекхэм тоже поспешила раздеться. Не побоялась надеть бежевый купальник. Самый коварный цвет. Вы такая красивая. Вы со мной не потанцуете? Вот кто знает о купальниках все. 50-летняя Памела Андерсон блистательна в своей рабочей одежде. А 52-летнюю Элизабет Херли обвиняли в том, что она ретуширует снимки. Тогда Херли сняла видео с пляжа. Рианна загорает на пляже перед церемонией Грэмми. Она плевать хотела на лишние килограммы, а ее платье только подчеркнуло живот. Зато выступление Рианны на церемонии было лучшим. А этот момент стал мемом. Его тут же прокомментировали не самым вежливым образом. Когда она голодная и наконец-то дорвалась до еды. Но все замолчали вчера. Появилась информация о беременности певицы. Рианна пока ничего не комментирует.